Здорово! А ты что там забыл? Или это я здесь забыл? Ой, сложно. Ты меня спросишь, что я здесь делаю? Да просто новую серию начинаю, как ты... Как же сложно так разговаривать, когда твоя башка вниз направлена, у тебя вся кровь, которая в пятках только находится, приливает тебе в голову, и у меня сейчас голова взорвется. О! Надо спускаться. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в продолжение нашей рубрики с лазерной указкой твоей учительницы Генаиды Петровны, или как ее там зовут, неважно, напиши в комментах, как зовут твою преподавательницу, допустим, любимую твою преподавательницу в школе, напиши, как ее зовут. Кто не знает, совсем недавно мы с вами начали прохождение этой замечательной карты, где мы с помощью вот этой лазерной пушки перемещаемся между уровнями. И вот сейчас мы с вами находимся на 5-м уровне и на первой дорожке. Как я вижу, здесь у нас что-то новое появляется. Я пока не представляю, что это такое. Потому что в прошлой серии вот такой фигни еще не было. Ясно. То есть, когда я стреляю вот в этот блок, он меня подбрасывает. Ну, на самом деле, здесь все просто. Просто прыгаем, стреляем. Опа! И перемещаемся. Здесь... не так все просто, как я думал. О! А... В смысле? Подождите. Вместе как так здесь как чё ёпты матрёпты как-то подождите, здесь что-то не по плану у нас идет, и как-то это все очень непонятно работает. Подождите, когда я прыгаю, я стреляю вот в эту фигню. Опа! Вот как, ёх ты, моп ты. Так, подождите, это как-то слишком сложно. А здесь что? Что это такое? Ага, когда я стреляю вот в эти блоки, появляются... Понятно. Значит, здесь у нас паркур. Быстро! Да! Господи, ребят, вы как бы понимаете то, что с каждым новым уровнем у нас все это усложняется в раз 10. Подождите, то есть я стою вот тут. Прыгаю. Так, нет, мне это уже не нравится. Я ничего пока не понимаю, как эта фигня проходится. Я стою вот здесь. Нажимаю, прыгаю. Ага, вот так. Ага, понятно. Что здесь? Что это так? Ядрёна кочерышка, как проходить? Как? Начнем заново. Как проходить эти непонятные уровни? Прыгаем сюда, включаем вот эту шне... Матерь Божья, как это... Как это сложно? Так, хорошо, будем постепенно. Нажимаем сюда, включаем. Нажимаем сюда, дотрагиваемся, включаем. Прыгаем сюда. Опа. Ничего не понял. Да, ты умеешь прыгать или не умеешь прыгать, а? Ядрёна, прыгни, пожалуйста. Эдисон, ты же в школе по физкультуре 5 имел. Ёпты, матрёпты. Давай ты будешь прыгать, Эдисон, пожалуйста. Ну вот прыгни нормально, прыгни, пожалуйста. В воздух. Знаешь, как в длину прыгать? Ты же самым большим спортсменом в классе был. Мать твою спортсменку. Как... Прыгаем сюда. Алло, дурка, выезжайте. Ну, нам ничего больше не остается, как суициднуться. До свидания, жестокий мир. Да, даже суициднуться не дадут. Дайте, пожалуйста, немножечко, пожалуйста, дайте кишки свои выпустить. Ну, немножечко, потому что карта, ну, слишком сложная. Я сказал, карта... Ёпты-мапты, карта слишком сложная. Дайте, вот это суициднуться, пожалуйста, ну, немножечко. Я успел, не успел, я успела, прилетела. Я успел и прилетела к тебе, моя принцесса.
Моя принцесса мне сказала и потрепала. Мне нервишки, но я в любом случае прошел, поэтому fuck you, принцесса. Угу. Что это такое? Ничего не понимаю. Подожди, что? Или мне не туда нужно, мне сюда нужно. Ну, это все. Или... Опа, там какой-то сундучок. Я только сейчас заметил то, что... То, что что-то там да будет работать. Только я пока вообще ничего не представляю. Хорошо, я нажимаю вот сюда. У-ху! Я даже не ожидал то, что я смогу это делать. Подождите, я какую-то шляпу... Алло! Я ничего не вижу! Я ничего не вижу! Снимите, пожалуйста, с эту ведро это с моей головы! Снимите, пожалуйста! В смысле? Чё за секретная шляпа? Ну ладно, пускай будет. Не зря же я сюда пришел, не зря же я нашел вот эту нычку. Хорошо, прекрасно, только я не понимаю, куда мне дальше идти. Что? Подождите. Так, что? Вопрос. Куда? 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 Сюда? Сюда? Нет, сюда. Хороший вопрос. Ребят, я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Забрался вот сюда. Я большой молодец. Дальше такой. Опа, хуя... Нет. Нет, не получится. Так не получится. У меня башка пока что взрывается. Я не имею ни малейшего понятия, что мне здесь делать. Здесь должен быть какой-то мост. Только проблема в том, что этого моста нет. Потому что я его не вижу. Потому что у меня шляпа на все лицо. Но не в этом. Не в этом. Не в этом вообще проблем. Я сказал... Чё? 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 В смысле? Так, подождите. Я просто прыгнул вниз. Я умер. Реально, вот мне нужно было вот это сделать. Просто прыгнуть вниз и умереть. Так, подождите. Я опять ничего не понимаю. А что? Там появляется какой-то блок. А почему я сразу так не сделал? Почему я сразу так не... В смысле? Ничего не понимаю. Я опять ничего не понимаю. Так, подождите, я стреляю сюда, такой хуя. Ку-ку-ку-ку. Опять ничего. Нет, ребят, это на самом деле сейчас будет очень сложно. Мы с вами должны быть прям настоящими Рэмбами, хотел сказать. Так, побежали! Промазал! Побежали! Перепрыгнул! Побежали! Дебил! Ага. Да! Наконец-то прошел этот непонятный уровень! Так, подождите, сейчас еще сложнее. Что? Что вы от меня хотите? У меня такой вопрос. Как это мне проходить? Ничего не понятно. Вот просто понимаете, есть такое слово непонятно, а здесь вообще ничего не понятно. Есть когда люди что-то понимают на этой планете, а есть когда вообще, ну просто хоть дуб дубом, вот... Ничего на этой планете не понимают. Вот понимаете, когда люди понимают, бывает такое. То, что идешь по улице, а люди понимают тебя. А ты идешь тоже такой крутой. Люди тебя понимают, да и ты вроде как бы, ну, не тупой, понятливый мать твою за ногу. И ты вроде... Я просто пытаюсь отвечать эту карту, понимаете? Я просто зубы ей заговорю. Ну, типа, ты идешь по планете, идешь, не понимать. Да что ж ты будешь делать с этой жизнью? Да как?! Ларапучик, хорапхунчик, арукучик. Не помогает, Может на французском? La baguette de la France, la baguette mamma mia, la baguette de la France, la baguette пропердила, la baguette пропердила. Нет, опять ничего не понимает. А давайте мы просто помолчим. Угу.
На, помолчим, я сказал, помолчим. Эдисон говорит то, что будет молчать, но на самом деле он как бы тараторит. Дебил. Ёшкин кот съел бабульку, а бабулька позвонила в милицию. А милиция такая приехала, говорит, ёшкин кот, ты съел бабульку? А он такой, мяу-мяу-мяу-мяу, а бабулька и живота такая, да, он меня съел, господин милиционер, посадите ёшкина кота. А ёшкин тот такой, мяу-мяу-мяу-мяу, я не ел бабульку, мяу-мяу-мяу, а бабулька и живота такая, он меня съел. Он говорит, конечно, я ее съел, это карга старая, меня уже 2 месяца не кормит, как мне... Эдисон, успокойся, пожалуйста, все нормально в этой жизни, ты просто не можешь пройти этот сраный уровень, поэтому ты бомбишь. А вы, ребята, все... Мои старые подписчики знают то, что Эдисон очень сильно любит проходить паркур, а когда у Эдисона не получается проходить паркур, Эдисон начинает люто бомбить. Лютейше бомбить. Ёшкин мопс Геннадий Джарахович. Да! Наконец-то я прошел этот дурдом просто. Куда? Ничего не понимаю, подождите, пожалуйста. Ага. Нет, ничего, опять ничего не понял. Подождите, нет, на самом деле здесь все понятно. Просто. Да ёшкин. Опять ёшкин кот, ты не наелся бабулькой? Опа. Да. Я плохо прыгаю, понимаете? Я просто плохо прыгаю. Поэтому нужно хорошо прыгать. Оп. Эдисон, ты плохо прыгаешь, ты плохой прыгун, Эдисон. Когда Эдисон начинает разговаривать с собой в третьем лице, тогда у Эдисона на самом деле уже все плохо. Так, подождите. Ага, опять все плохо в этой жизни. Опять плохо. Опять, все очень плохо. Нормально. А что это? Все плохо. Куда вы разогнались, в смысле? Как, что, зачем? Зачем вы такие дебильные карты делаете? Куда, что? Куда, что? Ничего не понимаю, ребят. Вот просто... Ничего не понимаю. Прыгаем. Опять ничего не понял. Смотрите, становимся вот сюда. Прыгаем. Забираемся опять. Пу-ку-ку-ку-пу-чики-ки-пи-пу. Угу, понятно. То есть я должен... Знаете что? Я должен закончить эту серию. И мне кажется, что продолжения больше не будет. А если ты хочешь, чтобы я больше бомбил, никогда в жизни... Ставь, пожалуйста, просто лайк, а я уже пойду. Подпишись, пожалуйста, в пожарку звонили, в дурдом! Пантелей, пока! А на самом деле, ну реально, можешь подписаться и поставить лайк, мне будет очень приятно. Сейчас, пока! Я сказал до свидания, ты еще здесь, пока! Удачи тебе, ай! Удачи тебе в жизни, ты чё до сих пор здесь забыл? Всё, давай, всё.